В Красноярске прошли общественные слушания, на которых обсуждалось строительство кафедрального собора на Стрелке. Слушания вызвали большой интерес у горожан. Зарегистрировались более 250 человек. Все желающие не вместились в зал архиерейского дома. Людям пришлось стоять в проходах или у дверей. Речь шла об изменении границ участка, на котором планируют возвести храм. Но многие пришли сюда, думая, что будут говорить, строить ли вообще собор на этом месте. А это, напомню, давно решено. Мнение горожан выясняли лишь по вопросу, можно ли сдвинуть одну из границ участка, чтобы было больше места для прогулок горожан по набережной. Храм займет 7% площадки между музейным центром и Вантовым мостом. Рядом появится сквер. Бюллетени раздали всем участникам слушаний, проголосовали 224 человека, остальные воздержались. Итоги обещают подвести к концу апреля. Всегда есть люди, которые против любых решений. Мы никогда не достигнем 100% поддержки. И мы и идем таким образом. То есть наша цель сейчас – начать построить. Я точно уверен, горожане будут гордиться. Нам сказали про подтопление, про транспортный коллапс, про автостоянки и так далее. Мы это сделали на проектном уровне, на расчетном. Мы все посчитали. Ну, наверное, не просто так же и хотят расширить, да? То есть это разумное должно быть решение, да? Потому что оно связано, ну, насколько я знаю, там, с безопасностью храма, да? С наилучшим вписыванием в среду города.